Друзья, всем привет! Сегодня будем делать интересную самоделочку. Для этого нам потребуются обрезки доски. Доска у меня идет 120 на 20. Понадобится 9 отрезков по 40 сантиметров и 2 отрезка по 15. Идея не новая, но она мне очень понравилась. Поэтому я решил ее тоже воплотить в жизнь. Поэтому давайте приступим к изготовлению. Всем приятного просмотра! Thank you.
Итак, друзья, вот такая корзинка-трансформер у нас с вами получилась. Да, идея не новая, но она мне показалась полезной и приятной, поэтому решил и себе сделать такую корзиночку. Также с дочкой решили протестить. Как видим, у нас получился небольшой столик для пикника. В будущем можно куда-то брать корзинку на пикник, перед этим сложив в нее фрукты, сок, стаканчики. Также данную корзинку можно кому-то подарить. На этом все. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!